Свой мир сохранить иногда очень сложно, живя в обществе. Мы живем в социуме, который так или иначе дает нам какие-то свои правила, свои решения, свои законы. И ты не можешь быть изгоем, если ты не фрик. Я иногда смотрю на фриков, так иногда, и думаю, господи, вот им в чем-то повезло. Вот он наплевал на весь мир, ну так, скажем так, он где-то внутри себе так сказал. На самом деле-то ничего подобного. Но тем не менее, он этим зарабатывает на жизнь, да? Голоса нет, актерского мастерства нет, так я фриком буду. У нас и в политике фриков много, да? Коль уж я не могу разбираться в политике, тогда я буду хотя бы орать с трибуны. Поэтому по-разному. Сохранить себя сегодня можно. Понимать, во имя чего ты хочешь сохранять себя. Во имя семьи, значит, сохраняй себя как семьянин, как человек начитанный, как человек верующий, как человек преданный своей родине. Вы уж простите меня за то, что я так часто употребляю слово «родина», просто в последнее время все, кто не попадя, используют это слово как одноразовый чай в стаканчике. Побулькали и выбросили. Выборы прошли – выбросили. Лозунги прошли – выбросили. Это не одноразовый пакетик. Его нельзя заварить и выбросить. Она либо есть у тебя, Родина, либо ее нет. Вот поэтому и здесь сохранить себя во имя чего? Во имя Родины сохраняй, работай, живи во имя и во благо Родины. Твори, учись, созидай, создавай семью, воспитывай ребенка, выигрывай соревнования. Презентуй свою Родину даже на пляже где-то, как человек, который гордится ей. А не так, как это делают там многие, да, что нас боятся во многих отелях, как слышат слово «русские», туда не заезжают. Но опять же, для этого нужно здесь сегодня работать. Здесь в том числе. Когда у нас все эфиры заполнены «Домом-2» и «Горько-2», «3-8-20», да, еще раз повторюсь, когда мы ничего своего не создаем, а с экранов несется только обожранных, облеванная речь псевдоактеров, мне становится страшно. Просто страшно. Страшно за ребенка, который это все видит. Оказывается, жизнь-то вот такая. Оказывается, не надо ничего. Главное – переспать. У нас весь гламур на этом сейчас застроен. У нас же все звезды. У нас куда ни плюнь, везде звезды. И звезд этих много. Только копни поглубже чуть-чуть, и от звездности не остается ничего. Песни сворованные, плагиат на плагиате. Фильмы сворованы, деньги сворованы, и ничего нет. И смотришь, звезда-то и рассыпалась. Как и не было, как будто прах какой-то. Вот опять же, во имя чего ты хочешь сохранить себя? Во имя вот этого? Нет. Поэтому многие видят, что сохранить себя как внутренний свой стержень не могут, они бегут. Бегут отсюда, бегут от себя. Бегут в суицид, бегут за рубеж.